Пей. Не надо. Пойми, Гребешков, не пьешь, значит, не уважаешь. Вы же знаете. Просто я это дело не люблю. Невкусно. Ах ты, как... Давайте лучше споем, а? Что? Ты же не пил. С чего ты петь-то будешь? Опять Кузяев ко всем подходит, а ко мне нет. И в прошлую пятницу без меня собирались. И сегодня на Василия без меня. Ну ты же не пьешь. Ну и что же? Да неудобно как-то. А чего неудобного-то? Да неудобно с тебя деньги как с пьющего брать. Ну, товарищи возражают. Что же выходит, я один остался? Что же мне делать? Ну, здесь я тебе не советчик. На Василия! Чтобы крыша не протекала! Опять сегодня ко мне Гребешков приходил. Что с ним делать? Бесполезный для нас человек. Но у него ведь скоро испытательный срок кончается. Напишем, что не сработался с коллективом. Фу! Дай бог, не последнюю. Ну, за новосела! Решился. Принимайте в компанию. Буду пить. Товарищи, внимание! За наши пятницы, которые так спаивают коллектив. Ура!